Всем приветики! Как отличить настоящее яблоко от фейкового? То есть, хорошее от плохого. Хорошее яблоко, оно выглядит вот так. Да, у него вид некрасивый там, но оно настоящее, потому что его ест червяк, который обработан всякой химией, никогда не будет есть червяк. На нем ссадины, то есть видно, что оно где-то там упало с дерева. А то, которое фейковое, на нем нет ни ссадин, ни по того, как его поел червяк. Оно никогда не гниет. Да и вообще, даже по кожуре видно, что она такая вот как бы шершавая, как бы. В то время как магазина, она прямо такая, как глянцевая, аж скользит. И такая прямо аж из рук выскальзывает, ее чем-то натирают. И даже вот когда берешь тряпку черную и начинаешь тереть это яблоко, не это, а магазинное, которое такое красивенькое, тряпку, на ней потом белый налет. То есть это то яблоко реальная гадость, а вот это настоящее. Видно, что оно такое вот где-то побитое, где-то со ссадинами, где-то червяк поел. Но это натуральное яблоко, чистый продукт. А то, что в магазинах, это какая-то гадость, одна лишь химия. Ее ешь, оно даже на вкус чувствуется что-то такое вот непонятное. А вот это ешь, и реально чувствуется яблоко. И даже сейчас вот дышишь, и, блин, аж аромат такой идет. От магазинных такой не идет. Вот, такого там никогда не будет, потому что вид типа не товарный. В то время как я предпочту такое яблоко, чем магазинное. Вот, как-то так. На этом все. Всем покедово.